Как приготовить самую вкусную скумбрию, сейчас расскажу. Ловим скумбрию, чистим ее, посолили, поперчили и на сутки убрали в холодное место или в холодильник. Через сутки достаем коптилку, в горелке наливаем спирт. В коптилку насыпаем опилки. На решетке раскладываем скумбрию. Зажигаем горелки. Накрываем крышкой, ставим на огонь. Ждем 20 минут. Пока ждем, съедим листик салата. Поиграем с собакой. Сидеть. Молодец. Открываем крышку и получаем обалденную скумбрию горячего копчения.